Привет, ребятки, с вами Ем и Светик, у меня тут рядом тюлень только что был, я только что чуть не это сам, не обоссал, ну-ка сделай. Нет. Ну сделай. Нет. В Форесте у нас, к сожалению, тюленей нет. Ну сделай-то, как ты сделал? Ну пожалуйста, да, сделай. Да. Ладно. Ну что ж, ребятки, мы с вами там... Бляха-муха, и как раз начало темнеть. Я, ребятки, так яхту и не залутал. Ладно, планы на эту серию. Значит, что мы посмотрим? Почему у меня топор не синий? Иди отсюда. Давайте ему дадим. Да ты чё, бля? Ой, нет, нет, нет! Я хотел попасть в пещеру, и, видимо, я сейчас в нее попаду. Жри таблетки. Жри! Стоять, блядь! Почему у меня топор, сука, не синий? Ты в топор дал. Я вижу, что он мне дал в топор. Иди сюда! Иди ко мне. Они такие черныши стали. Черныши? Да. Черныш, стой! Сука, везде америкосы, ебаный позор. Так, все, что? Ладно, все, простите. Ненормативная лексика в начале видео предупреждалась. Ладно, ребятки, планы на данную серию. Планы, какие планы? Почему я не могу сейчас про планы говорить? Почему у меня нет синего топора? Стоять. Я забыл, как крафтить синий топор. Нет. Нет. Ты его хочешь в ягодах измазать? Нет, сначала надо сделать синюю краску. А, вот так? Во! Хочу синий топор. Все. Я молодец. Все, хочу синий топор. Теперь на синий топор. Синий топор, чайки, жирные летают не спеша, для охотника мне чайки в малыша. Ладно, ребятки, так, планы на эту серию. Маскировочный халат у нас, да, и наведаться в пещеры. А остальное все вроде как мы с вами уже и потихонечку как бы и обозрели. Так, вот как мне ночью сейчас пробраться? Так, зажги нам что-нибудь, чтобы нам было видно. Так, вы помните, да, что в пещерах мы можем замерзать ночью. Херово, конечно, что сейчас ночь. А чтобы замерзать, нам нужны какие-нибудь веточки и листья с листьями. Да, чтобы замерзать. Так, ну, листьев нам должно хватить, а вот с ветками реально проблема. Давай веток мы с собой сейчас наберем. Хотя бы десяточку, чтобы у нас с вами были, дорогие мои друзьяхи. Так. Да, ребятки, ух ты, собака бешеная, прикинь, подкрался. Да, прям в орех чуть ли не вдули, а. Ты посмотри, здесь прям вообще... Не поворачивайся прям орехом, могут прям... Слушай, у нас тут кролик не попался, пока у нас не было. Нет, к сожалению, в офлайне кролики не попадаются. Жаль, печаль, беда. Ладно, давай еще. А что у тебя за перчатка? Какая у меня? Это не перчатка, это оленья шкурка, дабы мы не замерзали. А, так, значит что? Значит, в пещерах мы с вами замерзаем. И дабы согреться, нам нужен костер. Так, все, набрали. Так, пожри что-нибудь. Давай, дорогой. Стоять, сука. От, блядь, упырь. Так, ребятки, как мне сейчас ночью искать вход в пещеру? Входы в пещеру изменили, но я знаю точно, что где-то рядом с пляжем здесь есть вход в пещеру снизу. Сверху, вернее, снизу. Подкоп вести будем. Так, знаете что? Где-то она должна быть здесь. Нет? Вход в пещерку. Так, где-то вот тут прям вот. О, нашел. Да? Да. Так, в пещерах вроде ничего не изменилось, но мы все-таки должны сходить с вами посмотреть. Тих ты. Ты зажги, зажги. Какого хера ты потушил-то? Давай пойдем. А, стоп, у нас тряпок нет. Куда мы пошли? Надо было коктейли Молотова намутить. Что-то я про них совсем забыл. Рви одежду. Рви одежду, это тебе не H1Z1 и не DZ. Рви, говорит, одежду. Молодец. Так, ладно. Со мной не пропадешь? Да, с тобой вообще не пропадешь. Так, пещера. Хорошо. Дизумы? Так, вроде никого нет. Давайте коктейльчиков намутим. Отлично. Бля! Ой! Че ты орешь-то? Какой прям голый, прям перед нами. Стой, 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 друг, подожди. Стоять. Стой. А где у него признаки? Полового созревания? Ну да, он недозрелый. Нет у него признаков, он такой вот молодец. Я надеюсь, ты один пока?
Давайте его ушатаем, он меня реально уже... Нихера, он меня с удара! Я молодец. Ты молодец. Я да. Вот это я спустился сейчас в пещеру. Прям вообще просто человек молодец. Че, еще жрать хочешь? Нажри. Я тебе телефон звоню. Так, и возьми топорик. Вот смотри, он что мигает телефон? Все нормально, все мигает, все хорошо. Так. И надо создать коктейльчики. Коктейльчики, коктейльчики, коктейльчики. Кыш отсюда. Давай еще. Блин. Ты посмотрел, как бы так, не отхватил убрать. Бы люлей. Нет, мы услышим, если люлей отхватим. Так, еще коктейльчиков. Давай, давай, нам прям... Все. Хорошо. Бери один коктейльчик в руку. Все. И светло, и хорошо, и можно защититься. Так, по первым признакам у нас... Ну, у нас, в принципе, нет ничего. Теперь надо посмотреть, как мы с вами будем замерзать. Это самое главное. Мы же с вами... Вот, отсюда мы, кстати, и спустились. Подожди. Как отсюда? Не отсюда. Или отсюда? Ладно, пойдемте вглубь пещерки. Посмотрим, что у нас в пещерах. А мы задыхаться здесь можем? Нет, мы не можем задыхаться, мы можем только мерзнуть. Так, топор модный. Давайте заберем. Хотя он нам уже, конечно, навряд ли понадобится до следующего обновления. Скорее всего, это последнее. Будет запись. Вот, кстати, смотрите. А, помните, я вам рассказывал про добавление водопада? Видимо, это он и есть, вот этот водопад. Да? Зажигалка, зажгись. То есть вот это, ребятки, вылазь отсюда. Вот это водопад, похоже на то. Не очень похоже на водопад. Я вам рассказывал, что есть обновление, добавлен водопад в пещере. И добавлены такие дырки. Ну, скажем так, лучи света будут попадать в пещеру. Только это не похоже на то, что ну, это водопад. Но, по крайней мере, мы должны мерзнуть в воде. Но мы, ребятки, в воде не мерзнем. Вот это синенькая полосочка, что она означает? Синенькая полосочка, Светик спрашивает, это наш стамина, так называемая, то есть наша усталость. А правая полосочка, это еда и питье. Вернее, питье. Так, ладно, почему-то мы не мерзнем в этой воде. Поехали ниже. Давай, цепляйся. К чему он цепляется? Во, смотрите, зубами? Ребятки, мерзнет. Вот, пошел мороз. Пошел мороз, отлично. И в пещере, как мы можем, теперь можно строить. Давайте с вами проверим. Ой-ой-ой-ой, как его трусит. А колбасит и деребанит. Вот давай вот здесь. Ставь костер. И зажигай. Прекрасно! Блять, загорелся. Но это специально, чтобы это, согреться. Да, действительно, ребятки, мы с вами отогреваемся. Так и есть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да, ребятки, мы отогреваемся. Действительно работает и, на удивление, без глюков. Давайте, знаете, что еще попробуем? Вот приготовить себе, допустим, крольчатинку. Готовь крольчатинку. Вкусняха? Сейчас будет. Не будет. Еще нам надо сделать с вами маскировочный халат. Надо было сначала, наверное, сделать маскировочный халат, потом спускаться. Я совсем забыл. Нам, конечно, хватит вот этой всей хероборы. Так, сколько там их? Я не вижу, сколько я их туда напихал. И... А, ну так, нам нужна шкурка этого. Шкура ящерки. Нужна. О, кстати, мы же можем еще и бомбу сделать. А, не можем. У нас нет... Так, зачем я так делаю? У нас нет с вами черепа. У нас нет черепа, чтобы сделать бомбу. Жаль. Ладно. Так, что, можем поесть? Можем. Отлично. Все, погнали дальше. Хорошо. Вообще прекрасно. Давай. Берись. Он ниже не хочет спускаться. А у нас-то и выхода-то особо нет. Спустился? Да, спускаюсь. Течет ручей. Так, спустились, да? Да. Вроде пока не мерзнем. Это хорошо. Течет ручей, бежит ручей. Так. Где наши гамадрилы?
Хотя они нам особо не нужны, мы хотим разведать всю эту территорию. Но мы действительно мерзнем. Еще один водопад. Смотрите, да, есть такое дело. Я еще хочу найти, как мы с вами... Да давай уже. Это руки чьи-то? Это да, чьи-то руки. Это руки пассажиров, которых они забрали. Так, здесь мы пока не мерзнем. Ну, видимо, дальше. А, кстати, может быть... Нет, в пещере мы по умолчанию должны мерзнуть. Может, нас греет горячий коктейль? Вряд ли нас греет коктейль, кстати. А ну-ка, вместо коктейля возьмем топор. Не так, возьмем топор. Нет, мы все равно не мерзнем. Ладно. Нет, с коктейлем как-то повеселее и поярче. Хорошо, погнали дальше. Блять! Ебаный ты гандон! Какой? А, я не попал по нему, я не попал. Бери топор, бери топор. Как-то он... Стоять. Стой. Иди сюда. Откуда он вообще взялся-то? Откуда он спрыгнул? Ты посмотри, какой злой, а. Писюкастый злодей. Писюкастый злый день, да. Где он? Так, стоять. Бери коктейль. Поджиги. Фигово, ребятки. Десятый тысяч раз говорю. Сделайте какую-то точку посередине экрана, чтобы мы могли... Так вот, видите? Никак. О, гори. Все сам. Все сам должен делать. Да, надо сделать, ребятки, точку по центру экрана, которая будет как бы указателем, что ли, таким мелким прицелом, куда попадать и так далее и тому подобное. Это обязательно нужно сделать, потому что жутко неудобно. Все. Жопоногий ты такой, а? Ладно, пойдем дальше. Так. В пещере мы мерзнем. Знаете чего? Вот просто интересно. Давайте посмотрим. Сказали, что в пещере мы в принципе можем... Вот мы можем прям, да, вот так вот ебануть. Да, ребятки, мы можем палатку здесь типа заночевать. Шатерчик такой небольшой построить. Ладно. Почему ты здесь ничего не собираешь? Что это вообще? Да это деньги. Ну? Зачем деньги? Деньги только для костра. Полезны. Смотрите, мы реально сможем, да, построить прям... Да, ребятки, прям строим, но ветки тратить не будем, пускай они у нас будут. Мы тут... А, ну и, соответственно, в них еще добавили... Так, ну это, да, это было. И еще добавили в пещеры теперь лут. То есть можешь ходить здесь, да, закончишь, там тебе надо костерчик развести, ты можешь там собрать вот камни, вот денежки. Но только я не вижу, к сожалению, палок. У нас-то костер в основном из таких ингредиентов разжигается. Так, ладно, пойдемте дальше вниз. Здрасте. Так, подожди. Че, выход с той стороны? Вот только не надо, вот не надо. Ты грибаешь? Не, нормуль. Все, присел, пошли. О, нет, кстати, палочки есть. Одна палочка есть. Ладно, веточка есть. Пойдем дальше. Так, вот еще ветки. Да, ребятки, действительно, кастрик можно здесь спокойно развести и даже построить какую-нибудь небольшую халупу. Вполне себе нормально. Ожидания оправдались. Ой, так, все, кто веселит, ей висят, часики есть. Так, это тоже ветки. А, это... Иди отсюда. Ну, иди. Иди. Так, не, топор нам пока не нужен, бери коктейльчик. Так, ну давайте еще побегаем, разведаем. Не хочется пока выходить из пещеры. Вот. Вот этот вот луч света, про который говорили. Про который я вам говорил, вот это обновление. То есть вот если в пещере темно, вот они, я-то думаю. Да, это фонарики просто. Я сначала не обратил. А, ну, вернее, там я обратил внимание, что фонарики. Слушайте, такие это фонарики. Я сначала думал, что это действительно лучи света. Нет, это те же фонарики, которые были... добавлены уже, в принципе, давно. Обида. Обида, я думал, действительно будет в пещере просачиваться свет. Вот это, наверное, да? Нет? Здрасте, ребят. Как дела ваши? Держи. Ты-то чё, бля? Гори, говно. Да как так вот? На! Кто-то меня еще заметил? Опа, опа. Тихо, спокойно. Так, нам надо еще найти пару бутылочек и пару тряпок.
потому что коктейльчики у нас скоро закончатся. Это какая-то каска. Так, черепок есть. Череп хорошо. Давайте. Ой, я, честное слово, забыл, как крафтить бомбу. Стоять. Монетка. Монетка, часы, Нет, не тря... А, микросхема. Подождите, с черепом она же... Или чего? Нет. Я забыл. Я не молодец. Что, еще монетка? Нет, монетка еще одна не нужна. Я забыл. Нет, куда? Две пары часов. Я забыл, ребятки. Что нужно еще для бомбы? Точно не листочки. Что же нужно... А, да, а у нас нет. Веревочка, может? Нет, не веревка. Не веревка. И для фитилев... Для фитилечка, как ты говоришь, нужна не веревка. Для фитилечка нужна тряпка. Так, а вот теперь мы сможем. Так. Так. Микросхемка и монетка. Отлично. Собрали бомбочку. Не может не радовать. Пойдем дальше. Так, ну мы с вами так и не нашли магнитофон. Хотелось бы посмотреть. Смотрите, мы нашли эту херобору. Это хорошо. Нет вот этого магнитофона, чтобы посмотреть, заслоняет шагометр его или нет. Хотя я не знаю вообще, кто пользуется шагометром. Мне такое ощущение, что, наверное, все-таки никто не пользуется. Так, ну у нас осталось всего два коктейльчика. Два коктейльчика, нам надо найти еще пару бутылочек. Хотя, в принципе, уже можно выбираться. Мы вроде посмотрели, мы мерзнем. Строить мы действительно с вами можем здесь. Баба. Я в воду упал. Я упал в воду. Я упал. Плыви. Куда плыть? Да хоть куда. Вылазь. Вылазь. Все хорошо. Так, почему вот здесь все-таки нет подсвета? Очень плохо. Ну, кстати, я не мерзну. Я не мерз, ребятки, в воде. И я не мерз... Так, а давайте... Нет, там мы были. Так, ну я так понимаю, все. Здесь тупичок. У нас будет еще водопад. Да? Колючки. Ты прямо не хочешь? Да, это все фигня. Вот это типа подсветка, я так понимаю. Вот, да, пронизывает немножко то, что я вам говорил. Вот, поступает свет. Но это поступает свет, по-моему, оттуда, откуда льется вода. А вода льется сверху. Не похоже на то, что, ребятки, там где-то снаружи идет дождь. Вот, мерзнем. Мерзнем. Мерзнем, бежим. Забираются у нас хпшки. Мерзнем, 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 все. Слушай, там причем... Тебя, нет, все пока хорошо у нас. Мы действительно мерзнем, это хорошо, добавлено. Непонятно только... Вышел из воды, замерз? Нет, нет, нет. Под водопадом именно мерзнем мы с вами. Так, бери. А, мы же не можем. Че, бери. Я уже все, у меня все уже игры перепутались в голове. Так, ладно. Стой, 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 друг мой хороший. Не мерзни. Давай, давай, давай. Поджигай. Вот только листьев, ребятки, нет. Вот листьев в пещере я пока не видел. Отогревайся, давай. Так, ты кушать еще хочешь? Давай, покормим тебя. Давай. Вот, на тебе стейк еще вкусный. Все голодные, что ли? Так, денежки поднимай. Ну, в принципе, вместо листьев мы можем спокойно использовать деньги, как я уже говорил. Видимо, поэтому... деньги, почему, ребятки, теперь можно использовать деньги для розжига? Ну, потому что в пещерах нет листьев. Ну, это, в принципе, логично. Откуда здесь листьев, если здесь, откуда здесь листья, если здесь нет деревьев? А для того, чтобы растопить костер, если, допустим, вы замерзли и не можете найти выход, то, конечно же, можно использовать деньги. А деньги, как вы знаете, в пещерах до хрена. Вот другого слова не подберешь. Вот прям... Банк. Банк, да, вот такой вот банковское. Так, ладно. Что, будем возвращаться назад, выбираться отсюда. Хотя можно найти, конечно. Но, по-моему, из этого нет другого выхода. Насколько я помню. Откуда мы поднялись. А откуда мы спустились, туда надо и подниматься. Это не та пещерка, которая большая. Это одна из таких маленьких пещер. Хотя, конечно, я могу и ошибаться. Ладно, пойдем назад. И теперь надо попробовать сделать маскировочный халат.
Миссия но... будет выполнена. И миссия, в принципе, да, будет выполнена. Но! Есть одно большое, ребят, кино. Я бы даже сказал, огромное. Я надеюсь, что все-таки шкура ящерицы, кожа ящерицы, это все-таки... Так, почему? Зажги. Я, по-моему, назад вернулся. Я буду надеяться, что это все-таки кожа варана. Потому что ящериц у нас, кроме... Ну вот, ну я так называю варан, я не знаю. Может, на самом деле, это и не варан. Но вот эта вот херобора, которая ползает, которую мы набираем броню с нее... Я ее как бы называю вараном. Вот. И по идее нужна именно эта шкура для... Тихо, спокойно. Кто-то нам сейчас отгрызет. Да-да-да, что-нибудь нам сейчас отгрызут. Ого. Да. Но это старые добрые, которые могут вылуплять. Фу-фу-фу. Это мы зашли прям... В самую к самкам. Вау-в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 ау. Горите, твари, горите. Восьминоги и пятихуи, горите. Горите в аду. Все? До свидания. Но еще есть мелкие ублюдки. Такие мелкие-мелкие, которые так подходят и тебя... Так, давай. Давай. Миша. Я его Мишей назвал. Вот они. Че ты фукаешь? Да, Светка не видела все эти хероборы. Ну, пока бежим. Посмотрим, что в другом конце пещерки. Давай. 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 Так, микросхема. Хотя микросхема нам, в принципе, ни к чему. Я знаю, что их здесь довольно-таки много. Ящики мы вскрывать не будем. С антибиотиками у нас все в порядке. Ну и вообще, в принципе, пожрать, если что, мы можем и в пещере разжечь себе спокойно костер. А вот с ящ... Ты идите нах. А вот с ящерицами реально... Мне кажется, будет проблема. Мне все-таки кажется, что ящер... Ну, не было написано, ребятки, что добавляют именно ящериц. То есть не было такого, что мы добавили в игру ящериц. То есть такого добавления не было. Вот как с белками. Хотя белок я так и не увидел. Я даже пересматривал видео, хотя я не вглядывался, конечно, была там белка или нет, но я точно знаю, я посмотрел видео у других людей буквально, даже сравнительно недавно, да, и мы увидели белку. Белки действительно есть. Только тот человек, который... Так, начинаем замерзать. Только тот человек, который увидел белку, он увидел ее только... Ой, что-то я опять не туда забежал. Увидел ее только вот сейчас, да, в 12-м обновлении. То есть их добавили в 11-м, но в 11-м вообще мало похоже на то, кто нашел белок. Смотрите, ну мы частенько начали замерзать, да, в пещерах. Давайте разведем еще один кастрик. Мне кажется, немножко заблудился. Погреемся. Ну, заблудился. Пещера штука такая, можно спокойно и заблудиться. Давай, поджигай. Махмуд, поджигай. Так, жрать мы не хотим, поэтому ничего не будем готовить. Можно единственное, наверное, попить. А, не, попить пока не будем. С питьем у нас... Давай, отогревай. Отогревайся. Все исчезло. Все, побежали. Вроде мы с вами отогрелись немножко. Так, зажги давай. Что ж ты ходишь как? Я бы, ребятки, с удовольствием воспользовался бы фонариком, но фонарь мне не нравится, поскольку он... Так, я что-то не понял. Я реально, что ли, заблудился? А вон наверху же ниточка. Нет, это не та ниточка. А, нет, та, да. Я-то думаю, где же она, зараза такая, а? Давай. Выбирайся. Пошли наверх. Так, сейчас найдем варана. Буду надеяться, что это действительно его кожа. Выбирайся, сейчас замерзнем с тобой наглухо, Миша. Я его назвал Мишей. Знаешь почему? Нет. Потому что они со стороны реально похожи все на Галустяна. Ну вот прям всем. Мишаня без огорчений. Ну реально, наверное, все-таки с тебя срисовали. И причем все на одно лицо и очень похожи на Мишу. Нахуй зажигалкой погрейся, ёпта, скреби одной рукой. А смотрите, а мужик, ну, наверное, ногами, как обычно, и руками. Но Мишаня у нас реально спортивный мужик, ну это уже давно известно. А, так у нас и на улице как бы не шибко жарко, мы выбрались... Фактически назад. Теперь нам осталось найти
Варана. Варен. Где ты ходишь? Варен. Ох, воронок, воронок. Даже, блядь, не вздумай никакой. Блядь, на улице ночь, реально ночь. Мы сейчас вряд ли какого-нибудь ворона найдем, подождать утра. И белки мы, наверное, не найдем. Ну, конечно, белки все спят с воронами. С воронами вместе, думаешь? В обнимку. Где ты ходишь, ворончик? Мой любимый варан. Ой, блядь. Варан. Цып-цып. Цып-цып. Да спит он. И чё? Ты б тоже отдохнул. Пускай встает. Так, подожди. Где это? Может, и встает, но варан спит. Подожди, у кого встает? Кто встает? Зачем встает? Не надо вставать. Так, все, нормуль, побежали дальше. Где мой указатель? Был же только что моя постройка где-то здесь недалеко. Я вроде на нее бежал. Я, как всегда, заблудился. Молодец, вот молодец. Я такой, я могу. Так, ладно, давайте попробуем разжечь кастрик. Вдруг не так холодно. Да. Джига, да вот, что ты тут пишешь-то? Так, хорошо. Ты б себе шапку сделал. Прекрасно. Прекрасно. Хорошо. Хорошо. Водочки бы вон лучше накернул бы, да, ребятки? Нормальный. И... Шашлычком? Да не, водки бы накернул, и зачем греться? Было бы, я думаю, тепло. Так, что-то я куда-то забежал. Ну, в принципе, какая разница, куда я забежал? Можно ты в любой... Воде? Ну, там какая-то, да, лужица небольшая. Давай возьмем алоэ веру. Подлечим себя. Я, наверное, все-таки бегу не в ту сторону. Так, ребятки, я думаю, наверное, чтобы вас не травмировать всей вот этой вот глубокой темнотой, я сомневаюсь, что мы здесь найдем белочку. И варана, наверное, тоже. Вот, завывает ветер, я вам про него уже говорил. Так, слушайте, а сейчас помните, вот, когда бросаешь коктейль молотова, раньше загорались вообще все деревья вокруг. Сейчас нет? Нет, глюки справили. Раньше было, вот прям поджигаешь и прям горит, блядь, все. Просто все. Правильно, береги природу, мать. Мать твою, береги природу, мать, да? Типа того. Действительно, мерзнем мы по ночам, ребятки. Это не может не радовать, это очень прекрасно. Когда утро-то, бля? Светай давай, нам нужен наш любимый варан. Здрасте. А, не, показалось. До свидания. А я-то думал, белочки. Ага, ничего себе размеры белочек. Это как раз тюлень. Может, на дереве? Белочки. Мне кажется, так больше дятлов вызовешь. Белочки. Нет. Ладно, и дятлов тоже нет. Печаль, беда. Прям вообще печаль, беда. Опять палки. Да что ж за палки? Что ж за палки-то? Можно уже себе этот создать. Палковую девочку. Прикинь. Как это было, помните? А-а-а. Такая резиновая Зина, а у нас будет деревянная... Не знаю. Деревянная Татьяна. Что? Не надо. Почему нет? Деревянная Танюха. Развлекаюсь на острове, когда хочу. Почему нет? Бля, это кролик. Здрасте. Мы пришли к ним в лагерь. Че они делают там? Тихо, тихо, тихо. Мне кажется, за ними гонится огонь. Кто за ними гонится? Огонь. Они сами вообще огонь. Эй, стража. Слушайте, это походу эта постройка, на которую мы бежали, она находится внутри, именно в пещере, а не та постройка, которая находится на нашем острове. Я просто бежал именно по ориентиру на вот этот вот наш молоточек. Кто не знает, ребятки, кто первый раз вдруг смотрит и именно с этого видео, вот этот вот молоточек, это значит, что у вас есть какая-то постройка недостроенная, и вы можете ее использовать как ориентир и бежать в ее сторону. А давайте теперь мы за ними будем следить. Но это, скорее всего, находится в пещере, которую мы поставили, а не на острове. Так, где они? Куда они соскочили? Да, это внизу. Они вот прячутся вместе с белочками. Все, вот прямо под нами. Сожри. Зачем ты его травишь? Ничего страшного, нормально. Все нормально. Все хорошо. Куда они побежали? Эй! Так, это для оранжевой краски. Пускай будет.
Мало ли мы хоть захотим что-нибудь в оранжевый цвет. Мужики! Стая, возьмите меня с собой. Может, они на рыбалочку побежали. Знаешь, как вот это у нас, как рассказывал Павел Воля, да, по-моему, рассказывал? Я рыболов, я охотник, вот это вот херобору, когда в 5 утра, да, нет, в 5 утра, в 6 там встал, ни хрена не пришел. Не, подожди, ну-ка напомни, как там он говорил-то? Я не могу так делать. А, пошел что-то в 4 утра, пришел весь ободранный, пьяный, мокрый, проебал айфон, ну не мудак! Ну, по-моему, как-то так было, нет? Настоящий мужик. Пошел на рыбалку, но не получилось. Молодец, пьяный, грязный, ободранный, потерял, утопил айфон. И все, добрый кувшин. Ну, утопить можно и не на рыбалке. Утопить, да, можно, вон как светик, вообще где угодно. Здрасте. Так, ну, я теперь ориентировочно понял, где мы находимся. Слушайте, ну здоровье... Бежим на топорик. Нет, на топорик мы не бежим. Знаете чего? Вот вроде бы мы сейчас мерзнем. А давайте вот сейчас посмотрим, ребятки. Я хотел сейчас дождаться утра, то есть поузнуть, чтобы вы это все не смотрели. А мы сейчас с вами посмотрим, вот до какой степени мы сможем замерзнуть. До степени вообще полного пиздеца. Или все-таки, ну, здоровье начнет убавляться. Либо, ну, что будет происходить, если мы действительно замерзнем? Вот сейчас зимой. А тут зима? Ой, зимой, ночью, я зимой, все прям, полный ахтунг. Полный ахтунг. Собирай. Так, ну это как обычно. Вот ему не повезло. Да, всем не повезло. Его настиг Спартак. Да, кстати, его настиг Спартак. Здесь, ребятки, кто не знает, можно пособирать тряпочки. И если вам нужен лук, то здесь для крафта лука можно пособирать веревки. Вот так они выглядят. Это тоже для тех, кто... Для кого Forest первое включение, и именно вы начали с этой серии. Что ж, ребятки, я не вижу, чтобы забиралось здоровье. Я сейчас хотел развести костер и поесть, дабы восполнить себе так называемую нашу стаминку. Ладно, мы ее пополним питьем. Силушку богатырскую. А долго будет ночь? Ну, мы спустились в пещеру, уже была ночь. Я не знаю, сколько по времени ночь, но вообще приблизительно, по-моему, насколько я помню, ребятки, ночь, по-моему, 10-15 минут. Вообще, ну, я так примерно себе подразумеваю, что ночь 10-15 минут. Может быть, и больше. Это я говорю про наше реальное время, то есть игровое в реальном времени. Так, ладно. Что, побежали на наш остров... А там обычно... Ну, мы как раз пока ночь. Мы сейчас побежим себе спокойно. Как раз мы до него добежим. И мне все-таки интересно, замерзнем мы или нет. Ой, олень. Вообще, по идее, да? Олени не спят? Ой, здорово! Он играет с нами. Привет. Здорово! Нет, пей его, он хороший. Он еще маленький. Да сюда! Ладно. И о чем это я? Ах, да, мы бежим ночью. Вроде вот сейчас... Это была белка или кролик? Я думаю, что это был кролик. Я тоже думаю, что это был кролик. Ладно, кролик так кролик. А потом, если что, пересмотрим. Итак. Тебе белка поджидала. Да, навряд ли она прям сидит и думает. Емыч, ты нашел белку, зато нашел оленя. Оленишка! Нет! Ну не бей, у тебя кролик стоит, кролик стоит. Ты снял перчатки, олени? Нет, они, видимо, закончились. Все-таки, ребятки, ночь, мы вроде как мерзнем, и мы бежим. По идее, мы должны мерзнуть больше. Ну чисто, да, по-нормальному. Я даже не знаю, как сказать по-другому, но мы должны. О, давай птичкам тоже какое-то имя дадим. Не знаю. Птички. Птички. Федор, ёпты. Нет. Стой, говна. Беги. Готов. Так, все. Иди сюда, олених. Почему мы не можем подобрать? Вот, а шкурка где? Может, мы из нее что-то сможем скрафтить? Нет, из нее мы не можем. Мы можем ее тупо одеть. Ладно, все, на одной руке у нас есть. Сейчас тебе теплее стало? Ну, я не вижу, ребятки, чтобы это действительно давало тепло. Помните, я рассказывал в одиннадцатом обновлении, что добавили вот эту вот шкурку, и она вроде как нас согревает. Но она, смотрите, как глючит. Вот я поворачиваюсь, да, вот она пропадает. Сейчас я побегу быстрее. Во!
Потом, во, сейчас нет. Ну, в общем, какие-то полуглюки. Но для Фореста, ребятки, вы сами понимаете, что это надо. Так, подождите, где-то я уже свой остров, по-моему, пробежал. Я уже бегу в другую сторону, по-моему, от него. Да, ребятки, я, по-моему, остров пробежал. Ну, ладно. Где, когда луна-то думает садиться? Красивая. Луна-то красивая, но пускай она уже сядет, уже надоело, уже нужен день, потому что я просто не вижу, где находятся наши ящерки. Ящерицы. Я только не понимаю, зачем маскировочный костюм. Что там за свет? Что за свет? А, все. Коктейль твой горит. Нет, это рассвет. Не коктейль, это рассвет, да. Это мы сейчас в сторону идем восходящего солнца. Страна восходящего солнца. Да, я и забыл, ребятки, что у нас на острове прям как во всем мире. Так, выползайте, ящерки. И дождь. Ясен хрен, конечно. Мы снова в России. Чуть-чуть солнца и на тебе. Да, мы опять в России, все. У нас прям еще... Фу, зачем ты над ними издеваешься? Мне нравится. Мне нравится. Не хочу плыть, я хочу... Так, синие ягодки, кстати, можно покушать. Синие ягодки, синие ягодки. Да уйди. Палка! Палка, палка, огуречек. Вот и вышел человечек. Вот и вышел человечек. Жри. Жри. Будь здорова. Спасибо. Пожалуйста. Так, что у нас здесь? Плыви. Ничего не изменилось. Кувшины. Мне вот что за... За цветочком. За каким цветочком? За кувшинкой. За лягушкой только могу. За лягушка. Так, птички, хорошо. Вылазьте, ящерки. Нам нужна ящерка, это камень. Нам нужна ящерица. Нам нужна ящерица. Дайте ящерицу. Эй! Эй, ящерки, выходите. Расцветает. Здрасте. Нихуя. Ну да, помните, я рассказывал, ребят, что их может быть до 15 человек. Кого? Аборигенов, ты что не видишь? Вон, смотри, стадо какое пошло. Ой, вижу. Я просмотрела, на цветочки засмотрела. Красава. А давай им это устроим сейчас. Помбарикиду, бля. Давай. Эй, иди сюда. Ну это, конечно, не липучка. Иди сюда, на. Ой, что-то она далеко улетела опять. Ох, ни хрена, как она так далеко-то улетела? Чё за херня? Куда ее так постоянно амортизируют? Надо на липучке создавать, на липучке. Сейчас попробуем, кстати, на липучке ее создать. Так, где-где-где микросхема? Ой, какая тряпка, бутылка и часы. Собирай. И смолу. Вот, с липучкой. Теперь у нас бомба будет. Давай, пойдем. Эй! Эй! Белка или кролик? Здрасте. На. О, с липучкой. Хуя! Ого. Живой? Бля! Тихо. Он обиделся, мне кажется. Что происходит? Что такое? Я отравился? Ты ему жопу поджег. Или я сам горю? Не, ну я то, что я его вижу, поджог. Или это он меня бьет, потому что факелом. Ладно, иди сюда. Я тебе, блядь, сейчас поручу, нахуй. Я тебе, блядь, напащем. Это мой остров, Иди воюй со своими соплеменниками. И вообще нехуй тут. Ты случайно не горишь? Я случайно, да. Надо немножко похмелиться. Так, и последний. Не, у нас еще есть часы. Так. А так. И, бля, уйди сначала. И... Вот так. Хорошо. С липучкой. И, по-моему, еще какую-то можем создать, ребятки. Но я не помню. По-моему, нет, не с черепом. С чем? А-а-а! Она за нами бежит. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Вот женщина сисястая, а. Ладно, хрен с ним. А что, стройная, худенькая и с большими сиськами? Угу. Ваш идеал, блин. Не вышел ебалом, стал неформалом. Так. Есть что полезного? Допустим. Антибиотики, тряпочки. Хорошо. Так, где ходит этот... Ящерица. Ящерица. Уже пора, уже все расцвело. Цветочки. Ящерица? Не ящерица. Где ящерица?
Так, надо подлечить себя. Срочно надо себя подлечить. Давай. Я уже потерялся. Очень, ребятки. Ой, бля! Ребятухи, вы мне куда? Мы тебя заметили. Да похуй. Сейчас мы им устроим. Ой, на дерево прилипло. Давай. Чё-то мало там кого зацепило. Ну да ладно. Бежим. Бежим отсюда, блядь. Валим, ямчик. Валим. Миша, вернее, Михаил. Блядь, за нами кто-то щемится. Становись, сисястая. Тебе... Ты мне не нравишься. Она тебе. Сисястая. Бля, я женат. Беги. А теперь ты женат, да? Значит, как на остров бежены, так и вперед. Это да. Все, бежим, бежим, бежим. А теперь... Бежим. Как самка Богомол. Оба. Еще одна... Вход в пещеру, да, вот он. Я-то думаю, где же он? Должен быть где-то рядом. А он прям здесь был неподалек. Тихо. Тихо, не надо. Не надо меня любить. Особенно аборигенки. Так, где ящерица? Ну как так, как не надо, ребятки, помните, да, их очень много. Че там упало? Че упал? Куст упал. Зачем упал куст? Кто там? Круто. Енот! Енотик! Ой, где? Вот енотик. Ой, хороший. Куда, бля? Стоять! Он потому что он белка. Сейчас я тебя, сука, я тебя дам нахуй. Интересно, он упадет, ребятки? Нет? Я знаю, что многие пытались, по-моему, это сделать. Я думаю, он уже убежал на другое дерево. Енот? Да. Ага, какой енот у нас молодец. Так, да, давай. Естественно, пока он там это... Давай, сейчас восстановим немножко энергии. Шоколадку съешь. Ешь шоколадку. Давай. Давай, давай. Оп, падай. Где енот? Где енот? А я говорила. Енот. Енот. Барсук, ёпты. Вдыхай, бобёр. Ладно, хрен с ним. Где, блядь, ящерицы? Возьми же шишку мою. Нет, мою, нет, мою. Так, мы сейчас опять здесь нарвемся на толпу аборигенов, а нам нужна ящерица. Но вот это закон подлости. У меня такое ощущение, как добавили маскировочный халат, специально сделали меньше ящериц. В разы. Хотя я сомневаюсь, что маскировочный халат как-то поможет нам сныкаться от аборигенов. В принципе, и стелс, ребятки, не так уж и айсово работает. Я проверял. Пытался я, опять же, с одного удара сзади, да, можно было бы ушатать, но нет. Не можем мы с одного удара. Вот взять с одного удара и ушатать. Ты понимаешь, да? Не можем. Вот просто не можем. Так. Блядь. Все времена года можно пережить за один день. Вот все времена, только кроме снега. Вот интересно, когда снег добавят? Интересно, на Новый год был снег в Форесте? Вот просто интересно. Или разработчики бухали, а? Бухали, естественно. Че бухали-то? Они в Америке не бухают, они пить не умеют. Ну, а там, ну, как умеют. Ну, как умеют, да, действительно. Что ты так сразу на людей? Так. Меня это реально начинает напрягать. Кто-то ящерицу не может найти, кто-то бухать не да. может. Так, ребятки, давайте сделаем по-другому. Я найду ящерицу, мы попробуем скрафтить маскировочный халат и посмотрим, как это работает. Ребята! Случилось чудо. Это полная жопера, реально. То ли их урезали, зато кролей как просто конь наёб, отвечаю. Ну другого у меня нет выражения. Кроликов просто. Ты не только цены. Да, вот они тут прям. Ну понятно, они и размножаются. А нашел только одну ящерицу. Одну. Я надеюсь, что их надо будет не две. Я просто. Смотри, сколько кроликов. Сколько кроликов. Ладно, давайте попробуем скрафтить. Так. Сколько нам нужно? Я не помню, сколько листьев. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да похер. Да! Выглядит как... Что это такое? Это что за, блядь, невидимый такой ароморчик? То есть это маскировочный халат, да? Как ты писто был. Давай, одевай. Как ты выглядишь? Маскировочный халат. Даже посмотреть нельзя. Как нам снять шкуру? Ягненка.
Маскировочный халат. То есть нам, если мы его оденем полностью, да, я так понимаю, то тогда мы полностью будем... Фигово, что нельзя посмотреть со стороны. Вот для этого именно нужен кооператив. Я думаю, ржака будет неимоверно. Либо вообще ничего не будет просто. Но что это за херобора? Я прям еще захотел одного убить. Ящерка. То есть это получается вроде как и защита, да? Видите, у нас наполняется наша защита. То есть это вроде как... Ну, как раньше было, да? То есть мы одеваем панцирь. Он у нас работает как защитное свойство. И еще на нем листочки. То есть мы вообще полностью как этот... Кто у нас ходит в этом, в панцире, в бронежилете и... ОМОН. Да причем я не про людей говорю. Я про животный мир. Да! Беги же. Бедара. Я его задержу. Да-да. И кто у нас там ходит? Зато королей, ёпты. Слушайте, вы помните, ребятки, здесь на острове этих вот ущербов, ползающих с длинными хвостами? Вот прям вот здесь, я помню, их столько было до хрена. А теперь ни хрена. Прям вообще сочиняю, да? Угу. До хрена ни хрена. А кролик попался? Сейчас я ему оторву уши. Нет? Да. Попался ущерб? А, нет? Как нет? А здесь? Кто сбил? Или они уже просто, кролики, исчезли? Видимо, они уже просто за сутки. Ну, будет еще один. Жалкий. Ну? Может, возле самолета? Там кто? А, это Федя, ёпта. Енотик, стой. Когда интересно из енотов что-то сделать? Стой. Стой, енот, давайте сейчас в воду я тебя загоню. Я тебя сейчас загоню. Вот. Стой, блядь, иди в воду. Стой, я сейчас задохнусь. Иди в воду. Давай. Беги. Ну зачем беги, ты его чтобы он поплавал там? Стоять. Нет, в воде они медленнее. В воде их можно убить. Блять, как так? Еноты, сука, не плавают. Почему? Чё, почему? А почему они должны плавать? Это же еноты. Он полоскун. Потаскун он. Охренеть. Вот эти глюки я вообще, ребятки, не знаю, когда вообще решаться. Стой. Першка. Забрали перш. Какие? Федя, блядь, тебя зовет. Провести с ним вечер на яхте. Чего? Нормальный такой парень красивый, летающий. Так. Где ящерки? Слушайте, ребятки, их реально вообще стало прям совсем мало. Вот это мы нашли реально одну. На 3 километра, да? Вообще просто. Нет, ну здесь, конечно... Карта намного меньше, чем ваш 1Z1. Но ваш 1Z1, она имеет 128 на 128, насколько я помню. О Форесте, кстати, я и не задавался никогда вопросом, сколько имеет карта. Но я думаю, она не такая большая. Так, что-то я забыл, где самолет. Обычно эти ущербы еще возле самолета бегали. Самолет же был... Где-то вот по левую руку. Они бегали везде. Теперь они все спрятались. Ну что значит спрятались? Ветер? Они превратились в крольчат. Ну да. Слушайте, ребятки, ну их реально совсем плохо. А, это здесь мы дерево рубили. Валяется там, где мы ену... А, это не с вами мы рубили или с вами, я не помню. А, с вами. Так. И ни белок, ни... Все, ребятки, короче. Давай. А, вот. Твою, все же не слава богу. Ну, если их здесь еще не будет. Хотя, в принципе, ребят, ну, допустим, мы полностью оденемся, даже если так. Мы же все равно не сможем увидеть, как это происходит. Тем более... А, вон, смотрите, я нашел. Вон, ребятки, на ноге. Видите, цветой... А ну-ка, убери топор. Вообще, сними топор. Возьми шагометр. Шагометр бери. Вон, есть. Вот, листочки у нас. У нас на ноге листочки. Прекрасно.
5315 шагов. Ёпарасоте, а? Ладно, ребятки, давайте, наверное, на этой вот нотке будем прощаться. Ну, потому что все стемнело, и вряд ли мы сейчас что-то с вами найдем. С вами был Емой Светик, это игрушечка Форест. Подписывайтесь на канал, на Твиттер, вступайте в группу ВКонтакте. Да и, наверное, все. Пишите, не забывайте, ребятки, что у нас каждый, перед началом каждой игры небольшой интерактивчик по поводу ваших приветов и поздравлений. Вы, к сожалению, их не пишете. Пока-пока!